Всем хулиганам здравствуйте, с вами я, Домер, сегодняшнего ролика могло бы и не быть, потому что я его совсем не планировал, но случилось так, что мой друг Хэрейт решил немного схитрить и придумал, как затащить меня в бедрок ловушку. И вы офигеете от условий, которые мне поставили, если я не выберусь. Но перед этим, пожалуйста, поставьте лайк на этот ролик, потому что мы договорились с Хэрейтом, если будет 100 тысяч лайков, то я его закрою в бедроковой ловушке. Так что, пожалуйста, дайте мне шанс отыграться. Также не забывайте заходить на мой сервер, IP будет в описании, я здесь играю каждый день. И самое главное, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставь колокольчик, ибо наша с вами цель 3 миллиона подписчиков, и если будет 3 миллиона, я солью свой настоящий номер телефона, поэтому подпишитесь, пожалуйста. Ну, а я вам желаю приятного аппетита, и мы начинаем. Мне Хрейд сказал включить запись перед тем, как я ему позвоню, поэтому давайте звонить. Алло, привет. Алло, привет, короче, у меня есть для тебя хороший сюрприз, давайте я сейчас кидаю айпишник, подключайся к серверу, заходи, давайте, я жду. Окей. Интересно, правда, что он приготовил? Ох, сейчас узнаем. А скажи, пожалуйста, почему я закрыт? Ну, потому что я закрыл тебя в бедроковой ловушке, и тут такие условия, то что если ты не выберешься, то ты должен мне 50 тысяч рублей. Обалдеть. Нормально. Хороший сюрприз, хороший сюрприз. Ну да, ну ты же рад ему, правильно? Ну, очень, очень, очень рад. Спасибо. А почему у тебя скин другой? Ну, это... Не знаю. Короче, давай, начинай уже. Давай, выбирайся отсюда. Я за тобой внимательно слежу. Вот твоя коробка. Приступай. Спасибо, спасибо. То есть я, получается, должен сам догадаться еще, как отсюда выбраться. Да, так более того, если ты не догадаешься, ты мне 50 тысяч рублей отдашь. Понял, хорошо. Ну, я так понимаю, раз здесь есть сундуки, то мне нужно какой-то из них взять и открыть, правильно? Ну, и в них что-то лежит, по-любому. Открыть, а ты их ломаешь, да. Ну, так... потому что, как бы, я их не могу открыть, потому что ты поставил сверху бедрок. Вот ну, стоп, не мои проблемы, давай, импровизируй уже как-нибудь, давай. Хорошо, хорошо, да вот, сижу. Ручками работаю. Теперь понимаю, что если я не выберусь, то я буду должен 50 тысяч рублей. Ну, да, собственно. Ну, ты же согласен на условия, правильно? А у меня есть выбор. Я нашел тренер перо. А, ну красава, ну я сомневаюсь, что они тебе как-то помогут, но ну, импровизируй давай. Ну, я так понимаю, раз я нахожусь в пирамиде, то если я кину в какую-то грань, то скорее всего я смогу отсюда выбраться, правильно? Ну, может, правильно, может, нет, давай думай, я тут при чем, я просто, ну, я слежу. Хорошо, хорошо, какой бы уголочек выбрать? А ну, эники, беники или вареники, ладно, по факту без разницы, поэтому... Nope. Ну, почти, почти, почти. Ну, да, я был близок. Так что, друзья, если вы верите в меня, то влепите лайк. Потому что это трындец. У меня сейчас так руки трясутся. Nope. У тебя последняя попытка, ну давай, я в тебя не верю, давай. Если у тебя не получится, то ты сразу проигрываешь и 50 тысяч рублей мне на счет. Да, я понял. До еды, пожалуйста. Еды, да, да, хорошо, без проблем. Ну вот, держи хлеб. Спасибо. Пожалуйста, просто, ну, на голодный желудок опасно такие трюки делать. Пожалуйста, эндерперл, не подведи меня. Бросаю прямо вот сюда, например. Я выбрался! Опа, опа, красава, что могу тебе сказать. Ну, как видишь, это еще не конец, поэтому продолжай давай, ну, и импровизируй. Угу, то есть здесь не будет никаких подсказок, как мне дальше отсюда выбраться. Ну, не знаю, просто... Ну, смотри, смотри, я считаю, раз у меня есть 9 сундуков, то я могу их просто взять и поставить, правильно? Нет, нет, сундуки ты должен выбросить, выбросить. Молодец, молодец. Все, дальше думай. Хорошо, думай. Так, окей, я нахожусь на пирамиде. Скорее всего, раз здесь все из бедрока, то... Здесь есть вот такая вот нычка. Обалдеть, обалдеть. Ну, в принципе, немного предсказуемо. Лестница, окей. Ну, мне раз кажется, мне нужно выбраться, я тогда сейчас поставлю лестницу куда-то вот сюда, чтобы я мог допрыгнуть. И на всякий случай возьму разгон. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Поэтому, оп! Красава, красава. А теперь вот тебе сундук надо. Спасибо. Так, лук и стрелы. И что мне с ними делать? Стрелять, очевидно. Ну, стреляй. Один вопрос, куда? Ну, в принципе, сколько у тебя там стрел, я не помню, сколько я тебе уже... Так, так. Ну, смотри, у тебя есть 64 стрелы. Можешь стрелять вообще куда угодно, но имей в виду, если не закончится, то ты проиграл, поэтому давай. Ага. А хотя, я, кажется, понял. Мне нужно сейчас стрелять в командный блок. Ага, тебе надо стрелять в командный блок, но тут же нет... Ну, подожди. Тут нет никаких кнопок, может, тебе не надо в него? Подожди, а как он тогда активируется? Разве что только сверху что-то есть и все? Ну, ну сверху какая-то деревянная нажимная плита. О, один промах, два промах. Я попал! О, красава, красава. Третьей теперь... попытки, чтобы ты понимал, я попал. А теперь знаешь, какое твое следующее испытание будет? Какое? Твое следующее испытание это убежать от меня в этом лабиринте и найти выход раньше меня. И пока я тебя не убью, у тебя есть время, поэтому погнали. Вот это поворот. Мать моя женщина, боже мой, дожились. Я закрыт в одном лабиринте с Хэрейдом, который хочет меня убить. Если он меня убьет, то он заберет 50 тысяч рублей. Нормально? В смысле, если? Я тебя тут
в любом случае убью. Вот правда, я немножко сам в своем лабиринте запутался, но да ладно. Так. А, так вот, я тебя уже вижу. Ты уже. Ну, всё, я тебя, кстати, тоже вижу. Скажи мне, пожалуйста, ты находишься рядом с выходом или как? Ну, может и да, может и нет, но я вот сейчас в тупик зашел немножко. А у тебя вообще как дела там? Ну, я тоже сейчас потерялся, если говорить так откровенно. Знать бы мне, куда вообще идти. Вот знаешь, я когда это. Стоп, я вижу твой! Стой! Я тебя достану. Серьезно? Алло, здорово! У меня сейчас чуть сердце в пятки не ушло, ты представляешь? Да я представляю, потому что я очень, тоже... Очень страшно, потому что мы с тобой были просто в сантиметре друг от друга. Понимаешь, что когда я это испытание строил, я его строил для тебя. Получается то, что я тут больше тебя страдаю, потому что я вообще ничего не вижу. Ну, как бы, отчасти понимаю. Бывают в жизни огорчения, но да? Понять, где тут вообще выход, было бы очень хорошо. Да, мне бы не помешало понять, как до тебя добраться так. Ну, я тут уже малость лабиринта узнаю, потому что, ну, я его строил как-никак, поэтому давай сейчас. Я вот думаю, знаешь, как сделать? Постараюсь вернуться обратно. Возможно, выход был в самом начале, а я, как обычно, побежал не туда, куда надо. Ну, может и так, а может и нет. Ну, ты же меня хорошо знаешь, так. Поэтому, ну, как я мог сделать? Ну, скорее всего, ты так и сделал, мне кажется. Ну, когда кажется, знаешь, ну, попробуй, в принципе, я не знаю. Я в теории, возможно, вернулся туда, куда нужно. А ну, мне, наверное, налево, прямо, налево и тупик. Ну, это в теории тебе так. Я вижу твой ник. Да я уже к тебе ближе. Подожди, блин, ты чё, рядом? А вот, я вижу твою ногу, так. Куда да? Я бегу? Пожалуйста. Я не знаю, куда ты бежишь, но я тебя почти догнал, так, а ну иди сюда. Я надеюсь, что ты просто в моменте потеряешься, я не попаду в тупик. Я строил этот лабиринт, иди сюда, какой тупик? Подожди. Нет! Стой! Нет! Стой! Да, а вот ты так, всё, кошки-мышки, кошки-мышки. Кошки, боже мой! Я надеюсь, ты меня сейчас ведешь в правильное место, и здесь не будет тупика. Серьезно? Почему снова? Да стой, да куда? Подожди, вот сейчас ты реально потерял. А, не, все, не потерял. Да, просто забудь про то, что вот я здесь вообще на этой карте есть. Да, конечно, так и сделаю. Не нужно меня догонять, я вот не особо вкусный. Слушай, 50 тысяч рублей на кону, как бы, ну, извини, Домер, но тут превыше все-таки 50 тысяч рублей. Понял. Так, давай, Домер, я тебя уже вижу, иди сюда, я тебя... Какого вижу? Не надо меня ловить, пожалуйста. Пожалуйста, отдумайся, не надо. Никаких, пожалуйста, 50 тысяч. Все, ты не успел. 50 тысяч рублей, ну почти были уже у меня в кармане. Ну ладно, ничего страшного, хорошо, вообще, проблем Знаешь, нет. У меня чуть сердце не остановилось, когда я забился в углу. Да не пальца ты, успокойся, ну я еще выиграю свои 50 тысяч рублей, короче. Поднимайся по лестнице, бери вот в сундуке все, что тебе надо. Я так проходи. Понимаю, это то испытание, которое мне делал Паша, только сложнее в два раза, да? Ну, типа того, давай, проходи. Я что ж твои видосы смотрю, кстати? Хорошо, ну в принципе все понятно. Если я падаю, то я тебе должен 50 тысяч рублей. Да? Так, господи, помоги, пожалуйста. Все, с Богом. Как говорится, кто не рискует, тот не пьет шампанское, так что давай, садимся. И поехал, давай. Я даже с тобой поеду, поехали. Спасибо, давай. Спасибо. Я так себя почти спокойнее чувствую. Так, знаешь, не только за себя отвечаю, но еще и за тебя. Ну да, ничего страшного, я же тебе доверяю, да. Спасибо, давай. Спасибо. Ой-ой-ой, как слушай, же вот тут... ты не задумывался, сколько нервов ты на это тратишь? Вот тебе не проще просто перевести мне на счет 50 тысяч рублей, и все будет нормально. Так. Очень сложно управлять, очень сложно. С одной стороны, знаешь, проще, но с другой стороны, как бы, я не сдаюсь. Так, я так понимаю, мне нужно сесть заново в водку. Все, да, я давай, сел. Давай, езжай. Тут уже намного сложнее, видишь, тут по диагонали, потом... Нормально. Мок. И вообще, тут очень сложно, на самом деле. Тебе реально проще сдаться и 50 тысяч рублей не перевести. Ой-ой, я теряю управление. Слишком быстро. Да все нормально, что ты кипишь? Фух, меня я лично... бы посмотрел, как бы ты это проходил, потому что это очень сложно. Друзья, ну... я думаю, если получится реально пройти, то это заслуживает лайка. Так, а ну, пожалуйста, а ну уже. Давай, ну слушай, меня твой темп вполне не устраивает. Давай как-то побыстрее, потому что я уже хочу побыстрее вот денежки на счету своему видеть. Я давай, понимаю, спасибо. И так стараюсь на всю проходить, сейчас вот заново сажусь. Давай, да, садись. Так, сейчас. По-моему, у тебя не получается. Поставь, пожалуйста, обратно. Во. Все, я сел. Ну, слушай, мне кажется, жизнь как-то медом кажется, поэтому давай вот так вот сделаю, чтобы, ну, вот как-то тебе поинтереснее было. Серьезно? Ну, или вот так вот, если тебя вообще что-то не устраивает. Так это вообще невозможно. Ну, пожалуйста, ну, можно тот бок вернуть? Да, так уже хотя бы более проходимо оно выглядит. Давай. Пожалуйста, водка, не подведи меня. Давай, я в тебя... Тормози! Полный вперед! Давай, лодочка! Оп!
Ну... Я смог, боже мой! Мое уважение, кстати, ты прошел, ну ладно. Я смог это сделать с первой попытки. А? Ну тебе что-то люто везет, я считаю, потому что ну это непроходимо. Вот, это короче, все ладно. Большой потенциал, понимаешь? Вот, да, вот. Вот такие смотри, вот пирожки. У меня есть для тебя подарок, вот на возьми. И спасибо. Просто поднимайся по лесенке, я думаю, ты все поймешь, что тебе нужно сделать. Ну ладно, а теперь смотри, я делаю вот так вот, чтобы ты не убежал отсюда, как девочка. Вот, и отдавай мне все вещи, что у тебя были до этого испытания. Ну, кроме своего деревянного меча, давай. Окей, окей. В принципе, я-то уже не собирался убегать, потому что если я убегу, я просто должен тебе 50 тысяч рублей. А теперь вот можешь взять еще вот этот вот бонус. Специально для тебя. Хорошо. Спасибо, спасибо, он мне поможет. И что мне нужно делать? Я не знаю, нуждается ли вообще это испытание в представлении. Я для начала вот так вот лесенку уберу, чтобы ты заранее туда не побежал. Ну, и я, в принципе, начинаем, возможно, давай. Не собирался. Я твой намек понял. Зеленые давай, медведи. Умрешь, и сразу 50 тысяч мне, давай. Понял. Ну, пока нормально оно идет. Главное, чтобы у меня сейчас в моменте меч не сломался. Я их не подпускаю к себе. Ну, как не подпускаю? Остался один. Все. Ну, все. Вот так вот. Я, получается, убил. Ну, ладно, раз убил, на тебе лесенку сам выставляй. Спасибо, да. Спасибо. Ну, слушай, тут уже будет повеселее. Поэтому давай, я в тебя верю. Хорошо, хорошо. Вернее, я в тебя не верю. Хорошая поддержка. О, здесь нагрудник даже есть для меня. Давай, пытайся. Окей, окей. Они даже мне помогают друг друга стрелять. Давайте так держать. Так. Давай, давай, я в тебя верю. Я в тебя у верю, меня хорошая тактика, смотри. Оле, 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 оле. Стоп, стоп, стоп. Вы чего? Они перестали стреляться и все, теперь... Ну, слушай, зато их уже не пятеро, а всего один. А один на один я готов вынести любого скелета. Так ну, что 50 ладно. Тысяч рублей я пока не готов отдавать. Давай, поднимайся. Я так понимаю, здесь еще сложнее, да? Ну, типа того, вот можешь здесь в сундуке, вот. Это... Мне интересно, если здесь лежит тотем, то что меня ждет? Я сомневаюсь, что тебе этот тотем поможет, если честно. И тут я тоже сломаю лестницу, потому что мало ли ты испугаешься и убежишь, поэтому... Я надеюсь, ты готов, давай. Раз, два, три, погнали. Зеленые криперы! Ну, слушай, кстати, я больше, честно говоря, испугался, потому что если один из них бахнет меня, то я умру. А так они, видишь, друг друга повзрывали, так что криперами, ну, как ты видишь, меня не взять. Тебе повезло, ладно, давай, поднимайся сюда и наступай на плиту, я не знаю, что он тут делает совершенно. Опа. Давай, ой, сейчас я к тебе ТП-шусь, погоди. ТП, мистер... Мне интересно, почему здесь такая большая арена? Ну, это значит то, что тебе надо немножечко попотеть. Возьми в сундуке... Хорошо. Так, ну здесь есть лук, 4 стрелы и каменный меч. Ну, хорошая замена, я считаю. Ну сейчас тебя будет ждать очень большой сюрприз, поэтому давай один раздатчик. Неплохой такой сюрпризик, я бы сказал, да. Мне он вообще не нравится, потому что ну, эти скелеты страшного. Очень агрессивно настроены на меня. Я так понимаю, там еще, да, мобы? О, да, там еще мобы, не переживай. Так, так, я особо не переживаю, я надеюсь только на то, что скелеты, ну, не захотят против меня бороться, а наоборот, помогут мне. Скелеты, помогите мне победить зомби! Обалдеть! У тебя тут еще и мелкие зомби, я вообще сомневаюсь, что я вижу. Что я и фрит здесь. Так, мне сейчас главное мелкого убить, и все да, будет это... хорошо. Да, так, так, давай, так, да. У меня хп-шек очень мало. У тебя есть тотем, у тебя есть еда и золотого... Да почему меня мелкий зомби так жестко дамажит? Все, я его слил. Скелеты, пожалуйста, войдите в мое положение. Не нужно меня бить. Я правда хороший. Зомби, я понимаю, что вы хотите ходить за мной хороводом. Не, ну ты понимаешь, что мобы на моей стороне? Нет, я-то понимаю. Вдоль. Скажи они честно, ты их подкупил? Да, 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 они вдоль. Нормально, нормально. Пожалуйста. Давай, давай. Ой-ой-ой, как тут же сложно. Тут еще огромный целый фрит, это вообще мой браток, который... Мне сейчас просто могут тотем снести. Так, зомби только что взял и убил скелета. Ну что? Чего? Каким образом? Ой, он мне дал минус тотем. Стой. Слушай, да ладно. Да ладно. Слушай, серьезно? Я смог! Нет, стоп. Ой, откуда он? Так, 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 так. Я вообще-то вроде. А этот вроде откуда? Как прошел волну, как бы. Тут я чувствую какой-то подвох. А этот откуда? Действительно, ладно, откуда же он берется? Ну, ладно, в принципе, на самом всё. Деле я шучу. Поднимайся по лесенке, давай, я жду тебя наверху. Я надеюсь, что там не будет еще что-то сложнее, потому что мне, честно говоря, очень страшно. После ну, такого. Ты не зря боишься, если вкратце изложить. Давай, поднимайся. Ну. Обалдеть.
Так, я тогда сразу скелетика убью. Я думаю, тебе не нужно как бы ничего объяснять. Ну да, тут как бы, знаешь, все сразу понятно. Ну как видишь, у меня череп физиоскелета, я его сейчас поставлю и крутись как хочешь. Ну. Спасибо, с моими ресами, только с визором и сражаться, честно говоря. Насчет ресов вспомни волшебное слово. Пожалуйста. Ну на, бери, мне в принципе для тебя не жалко. Чего? Так, ну... Опа. Слушай, я сомневаюсь, что у тебя что-то получится, конечно, если быть честным, но да ладно, окей. Спасибо, что веришь в меня. Очень приятно. Так, я так понимаю, мне нужно поставить как раз-таки голову, да? Да, да, да. Так, а сейчас отходим. Как говорится, большой сейчас потенциал должен все зарешать. Давай, сейчас все бабахнет. Я сразу скушаю, наверное, яблочко на всякий случай, потому что я знаю этого визора скелета. Все, понеслась. Он меня дамажит. Я иду в бой против него, как говорится. Кто не рискует, что тот у тебя по хп вообще? Мне дает 50 нормально тысяч рублей. А? У тебя что по хп, нормально все? У меня пока, знаешь, ну такое, 50-50. Ну я его, по идее, хорошо дамажу. Он мне даже, ну, ни тотем не снес, ничего. Так. Ты чего, его... дорогой? Мне кажется, то, что сегодня я даже 50 тысяч рублей не получу никак. А, надеюсь. Я очень сильно на это надеюсь. Потому что, капец, что ж ты творишь? Какой-то он слишком жесткий, я бы даже так сказал. Хотя, я его почти слил. Ну, слушай, ты его почти слил, да. Ты его слил. Обалдеть, кактус мне в рот, я бутерброд, как это произошло? Просто. Ну ты я рэпер. Молодец. Ну ты рэпер, конечно, я тебя похилю даже. Все, давай, ставим тебе лестницу. И давай, проходи дальше. Спасибо. Так, проходим. Поднимаемся и паркую. Только для начала выброси в лаву все свои вещи. Окей. Я так понимаю, что если я упаду в пар... ну, в лаву, то я тебе должен 50 тысяч рублей? Да. Ты представляешь, как мне будет обидно, если я сейчас просто тупану в моменте и упаду в этом испытании? Какая здесь высота? 251. Я так понимаю, я почти прошел, да? Да, под лавой нет блоков, поэтому имей в виду. Так. Ну, в принципе, я почти прошел. А ну. Это финиш? Да, это финиш. Ну, как финиш? Ну, почти финиш. Ты посмотри вниз. Вон там. Вниз. Я понял. Это самое худшее, что могло со мной произойти в конце. Вы понимаете, от этой дырочки зависит все. Да, знаешь, это на самом деле ничего сложного. Вот так вот прыгаешь, такой, уй, и все. Я понял. Спасибо. Давайте так, 100 тысяч лайков, я Хрейда тоже где-нибудь закрою. Все, я тогда прыгаю. Да, прыгай, давай, я тебя жду тут уже внизу. Ну все, полетели, я лечу. Так, давай, как давай. Же попасть в эту дырочку? А ну, я попадаю? Да, попал, смотри-ка. Выход, это серьезно выход? Ну, получается, что так, и сегодня ты не я должен. Я тебе ничего, получается, не должен. Вы представляете, все прошло с первого раза. Друзья, это однозначно заслуживает лайка и подписки. На 3 миллиона подписчиков я солью свой номер телефона. Если что, на канал Хрейду мы тоже сняли ролик, где мы соревнуемся. Так в игре Кальмара, так что... Обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. А на этом все, с вами Домио Хрейд. Да. Всем пока. Пока.